Всем привет, это Дамир Калимулин. Общаюсь сейчас с Катей Приморской. Да. Вот. Кать, знаю, что ты будешь выступать на фестивале школы структурной психосоматики, который будет 21 апреля уже, друзья. Что будешь давать? О чем мастер-класс? Ну, во-первых, мастер-класс, конечно же, про эмоциональные, про наши эмоции, про то, как нам, как говорят, управлять ими. На самом деле я буду рассказывать про то, как их осознавать и как использовать их как ресурсы, и как уметь их читать, как книжку, чтобы понять себя значительно лучше, для того, чтобы, наверное, всякие, чтобы уметь проходить кризисы, для того, чтобы уметь вообще говорить себе «да». освобождать себя для своей жизни, а не для идеи о своей жизни. Так завернула. Ух ты, слушай, ну интересно, то есть получается, что вот именно, как сказать, то есть получается, будешь жить из того, что хочешь, да, вот что-то делать, да? Я прям понимаю, что основная идея. Я думаю, это звучит странно, если вот что хочу, то и делаю, да? Это скорее я живу из, не предавая себя, из того, что знаю точно внутри себя, что это для меня правда. Вот так, наверное. Потому что хочешь, очень часто мы не знаем, это я хочу или я хочу это, потому что мне мама велела ходить. Ну да. Тут вот главное не обманывать себя, опять же, про правду. Будем учиться перепроверять это. Ну то есть это такой некоторый, ну что ли, поход, да, такой будет на семинаре, да, к самому себе, можно так сказать. Да. Я так понимаю, да? Вот, подпрыг, подпрыг, танец, все штуки с теми разными способами под звук, потому что и звучать будем, и открывать какие-то эмоции через голос, через звуки, через артикуляцию даже. Будем использовать актерские техники, которые входят в телесно-ориентированную терапию тоже, но которым, может быть, мало кто владеет, а благо, что у меня большой опыт, да. Небольшой опыт, действительно. Да, я сохранила это для телесно-ориентированной терапии. Окей, слушай, ну после твоего мастер-класса люди будут как, думаешь, более счастливы? Слушай, я очень надеюсь, что они просто будут счастливы. Не более, не менее, просто счастливы. Ага, окей. Ну, ты можешь их тоже пригласить, вот кто нас будет смотреть, чтобы ты прям сама пригласила? Хорошо. Ну, в общем, то, что я говорила, это и было, конечно, приглашение. Но скажу еще раз, что если надоело жить в каких-то шорах, если хочется очень как будто помыть стекло перед собой, как будто бы открыть окна, да, вдохнуть, вообще дать себе свободу, услышать себя, наверное, где-то очень глубокую часть себя, очень ценную, то приходите, будем этим заниматься. Ну вот так, друзья, ждем вас 21 апреля. Да-да! Пока!